Впрочем, есть вероятность, что воевать Соединенным Штатам придется на два фронта. Вашингтон сделает все, чтобы восстановить демократию в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс во время своего визита в Колумбию. По его словам, рассматриваются все варианты решения кризиса, вплоть до применения оружия. С апреля в уличных стычках в Венесуэле погибли более 120 человек. Участники антиправительственных акций обвиняют президента Мадуро в бедственном экономическом положении государства. В ответ на угрозы США Мадуро объявил о начале масштабных военных учений по всей стране. Президент Трамп дал четко понять, что США не останутся в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру. Нестабильная обстановка в этой стране угрожает всему западному полушарию.